Вот виноград. Сейчас буду собирать, угощать моего внучка. Его зовут Тихон. Ему 2 годика. Он из Москвы. Вот в соседнем дворе. Он любит виноград. А виноград он поспел. Смотрите, он вкуснятенько. Вот. Так что... Сорт такой вот, такой круглый такой сорт вот такой вот. Но его надо помыть, потому что, как говорится, еще если чуть-чуть подождать, она начинает разрываться. Из него получается хорошее варенье. Вот. Вот смотрите, вот всего 4 гроздика снял, и вот столько винограда. Вот. Вот здесь еще есть, вот она. Вот он. Вот, смотрите. Вот он, смотрите. Вот он вообще, вот смотрите, она просто пылью покрыта, она, а так она вот такая она. Такая красота. Мурашей полно. Вот так вот. Я в этом году еще последний раз со своего виноградника успел виноград покушать. И угощу сейчас всех. Вот. Считай, что я свою миссию выполнил. Так что, ребята, вот это творение моих рук. Вот это от глаза. Вот я повесил вот такие вещи. Везде от глаза. Вот. Везде повесил от глаза, потому что, чтобы не сглазили, чтобы ничего это. Всех вам благ. Пока-пока.